Лени Кравиц выдал замуж дочь Зои, но кого интересовала Зои и ее жених, когда на мероприятие заявился такой отец невесты? Love, love, love. Еще эффектнее отчим Зои – актер Джейсон Мамоа. Пара Джейсон Мамоа и Лиза Бане, мама Зои, прямо скажем, огненная. Рядом с ними молодожены так, фитилек. На свадьбе Шарлотты Козераги только и вспоминали ее бабушку Грейс Келли. Шарлотта вышла замуж в приталенном атласном платье с открытыми плечами. Такие любила Грейс. И прическу внучка скопировала. Шарлотта выиграла у бабушки только в одном. Ее жених – красавец по сравнению с дедом. Сын актрисы «Король Буке» Димитрий Роса. Лучший букет невесты – черный. Цветы завяли, пока невеста Пилар ждала предложения от испанского футболиста Серхио Рамоса. За 7 лет у пары появилось трое сыновей. В конце концов невеста вручила черный веник жениху. Еще один футболист не только загорал этим летом, а женился. Бывший игрок сборной Германии Месут Озил. Невеста – шведско-турецкая модель Амине Гюльше. Свидетель со стороны жениха – сам президент Турции Эрдоган. Теперь одна бутса на двоих или одна туфелька. Озил танцевал так же медленно, как играл за сборную. Дуэйн «Скала» Джонсон не зря «Скала». 12 лет сбегал от свадебного фотографа, но тот настиг его. Свадьба с Лорен состоялась, их дочери тоже поучаствовали в фотосессии. Вот свадьба, где не помнят гостей, торт, пожелания. Хайди Клум и музыкант Том Каулиц не отвлекаются друг от друга. Дизайнерское платье съехало, туфли выкинуты, макияж стерся от поцелуев. Эта свадьба не постановочная, страстная. Лучший ее момент, когда гости исчезли, и можно уснуть на фоне такой красоты. Или не уснуть.